День российского предпринимательства отмечается с 2004 года. Бизнес-сообщество Одинцовского округа твердо стоит на ногах и наращивает обороты. В этот день хотелось бы пожелать всем предпринимателям больше успехов и прибыли, для того, чтобы они реализовывали свои программы в этот сложный период, который переживает наша страна в связи с внешними условиями, в связи с изменяющимися внутренними регуляторными обстоятельствами, в которых мы живем. И я хочу сказать, что российские предприниматели – это мужественные люди. На площадке волейбольного центра была организована выставка продукции, которую поставляют на рынок компании Одинцовского городского округа. Депутат Государственной Думы Оксана Пушкина дала оценку качества продукции и отметила, что благодаря этим компаниям экономическая ситуация в стране постепенно выравнивается. Исключительно благодаря их настойчивости, их мужеству, их смелости, их креативности. Меня больше интересует на самом деле женское предпринимательство, так называемое. И я являюсь представителем Госдумы во Всемирном банке по женскому предпринимательству. Поэтому все, что происходит в микро, малом и среднем, а это как раз этот бизнес на плечах женщин, я поддерживаю. По традиции, в честь Дня российского предпринимательства наградами за успешную работу были отмечены лучшие представители Одинцовского бизнес-сообщества. Я оцениваю очень высоко и работу предпринимателей, и работу администрации, которая востребована, которая требует того диалога и хорошо им пользуется как инструментом, диалог с предпринимательскими сообществами. Здесь, в Одинцовском районе, у нас одна из лучших палат торгово-промышленных. И мне очень импонирует то, что не только одна палата здесь находится в качестве диалога, но и хорошая точка опоры здесь есть. Как отметил глава муниципалитета, такие встречи дают бизнесменам уникальную возможность познакомиться поближе и представить свои товары широкой публике. Продукты питания, мебель, стройматериалы, уличные тренажеры, косметика – это далеко не вся продукция, которая выпускается на территории округа. Очень приятно, что здесь помимо товаров, которые производят, у нас еще и выставлены услуги. Сфера услуг растет в Одинцовском городском округе. Появляются новые образовательные центры, новые медицинские центры, что тоже очень важно. Появляются творческие мастерские. Ну и, конечно, мы, так как в шаговой доступности от Москвы, представляем большой интерес для всех IT-компаний с большой квалификацией. Одинцовский городской округ занимает первое место в Подмосковье по количеству людей, занятых в сфере предпринимательства. Такую высокую оценку работы представителей бизнес-сообщества местная власть и дальше готова поддерживать. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».